Привет, ребята. Мы делаем видео. У нас нету батареи. И Оксана просто работает. И она тоже тяжелая. И мы делаем видео на канал. Всем привет. Это новый видеоклип. Я хочу вам показать сегодня. Ну, у меня будут спрашивать вопросы, а я буду отвечать. Я люблю очень спорт и занимаюсь часто спортом. Не убегай от цветов. Алис, скажи, давно ты в Испанию приехала? Пару дней назад, вчера. А раньше была здесь? Нет, в первый раз сегодня. Ну, так как тебе? Давай, по твоим ощущениям, как тебе Испания? Нормально. Лучше, чем наш город. А какой у тебя город? Иркутск. То есть ты хочешь сказать, что Иркутск хуже, чем Испания? На три раза. Мне кажется, это нечестно. Ну, потому что в Испании свободнее. Ну, что значит свободнее? Ну, то есть тут свободнее, тут цветы растут, лес есть. А в Иркутске нет леса? Нет, в Иркутске есть, только там тесно везде, дома стоят, машины, нигде нету. Хоть попить чаек на улице, нигде нету. А, Алис, мне знаешь, что просто кажется? Что вот есть люди, которым нравятся большие города, а есть люди, которым нравятся вот такие, как здесь. Поэтому, может быть, ты человек, которому нравятся города поменьше? Вот тебе, может быть, нужна такая свобода? То есть не потому, что хуже или лучше? Подумай. Ладно, хорошо, давай так. Ты надолго? Ну, на 2 месяца. И зачем? Да. Не на 2, а на 2,5. Хорошо, и что ты ждешь от приезда? Ну, хочу покататься тут на роликах, сходить в зоопарк. Я же тут новичок. Ну, а давай поглубже копнем. Поглубже. То есть не то, что вот, знаешь, все туристы. Ты же все-таки на 2 месяца, это здорово. Ты же к тете приехала. Да. Ну, давай, вот у тебя есть какие-то вот планы такие более глубокие, кроме как на роликах покататься, там, в зоопарк сходить? Да. Поделишься по секрету? Я хочу зайти в лес, пока все отвлеклись, и спросить у Юли, можно ли мне сходить в лес почаепитить? Ну, попить там, послушать звуки природы. Ничего себе, ну это очень глубоко. Именно в Испании? Да. И ты ничего не говоришь про море. Обычно люди говорят все про море, я хочу на море, а ты про лес. Море? Как будто в Иркутске нет леса, вот это мне странно. Ну, море тоже хорошо, только я не умею плавать, это единственное. Слушай, Мась, а ты бы хотела здесь завести новых друзей, или, может быть, на языке поговорить, или... Вот вообще, что ты ждешь? Ну, не как турист, то есть мне не интересно то, что все люди говорят. Вот именно ты, как Алиса, ты же человек такой необычный. Поэтому вот что, например, ну, завести новых друзей каких-нибудь, или переехать сюда жить, или что-то вот такое? Я хочу попасть в футболистскую команду, научиться вашему языку. И, наконец-то, самое главное, тут хотя бы научиться всему. То есть ты хочешь попасть в футбольную команду? Ты хочешь быть футболистом? Да. Ух ты! А ты играла в футбол в Иркутске? Нет еще, но я попробую. Слушай, а почему футболисткой? Не знаю, мне нравится футбол. Вот нифига себе тебя прет просто. Ну ладно, спасибо, давай... Ой, назад в кадр. Слушай, ну давай мы с тобой еще встретимся через месяц. Может, ты встретишь какого-нибудь мальчика. Или хорошо. У тебя появится подруга какая-то там, знаешь, такая... У меня уже есть. Да ладно. Мальчик? Один мальчик и 2 девочки. Друзья, в смысле, уже есть? Да. Блин, когда ты успела? Уже сейчас. Умница ты какая. Молодец, слушай, Алис. Ну что, удачи тебе здесь. Спасибо. Не скучаешь по дому? Ты же без родителей здесь. А мы звоним маме. А, нормально, да? Тебе не скучно? Да. В кадр, Мась. Ну ладно, то есть понятно. Давай встретимся через месяц и поговорим, что нового интересного ты здесь узнала. Come and you watch me and your mother. So, so if Elvis, good lad. Anyway, so because if or a lemonade or something. Oh, sorry, am I in the way? It's my show! Okay. So, by the powers infested in me,
under the Mijas, Hashhouse Harriers Act of 1947, you will no longer be known as which is basically English backwards. Did you know that? Russian is English backwards. You will no longer be known as Elisa, you'll be known as Priscilla Presley. So, So can we sing a song, please? And a note to Priscilla Presley. So beautiful, why was she born at all? She's no more than you two anymore. She's no more than you Давай, давай! Слушай, а сейчас вот что-то есть такое, что тебе очень-очень нравится из еды или там еще вот такой, знаешь, блин, вот нравится? Да, мне тут нравится то, что свобода, можно бежать куда захочешь. А дома-то почему нельзя бежать? А там не свобода, там дом, там есть все. А вот когда свобода, это уже надо добывать еду. Например, когда я уеду отсюда, я поеду в лагерь выживания. Да ладно. Безродительный на 10 дней. По 5 минут утром только. И то по 5 минут телефонный звонок родителям. Ой, я бы хотела в лагерь для выживания. Нафиг тебе Испания? Там надо стрелять из лука, добывать себе еду. Моемся сами, все делаем сами. Ух, это после Испании у тебя такие планы? Да. Меня записали туда. На моей школе. У меня есть школа. Угу. Другая только. Ну да. По карате. Ой, не по карате, а по рукопашному бою. Оп-оп-оп. Круто. Ну, слушай, я, наверное, тебя зря в цветах снимала. Действительно, надо было в бассейне. Ладно, Алиска, все классно. Давай, свои планы поставила. Учись футболу, заводи друзей. Мы с тобой поговорим, возможно, чуть позже, да? Да. Все, давай, зайчонок. Пока-пока. До свидания. Давай привет. Нас из России смотрят люди. Всем пока. Всем пока. Давай. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.